Мальчишки и девчонки, а также их родители. Новость для вас. С 1 октября в Иркутской области изменится время комендантского часа для несовершеннолетних. Теперь находиться в общественных местах без сопровождения взрослых детям запрещено с 10 часов вечера до 6 утра. Тем же, кто собирается этим правилом пренебречь, спешим напомнить штраф за нарушение комендантского часа от 300 до 500 рублей.